27 марта, День театра. Первый раз в жизни театр у меня ассоциируется не с творчеством и искусством, а со смертью. Путинские палачи, по-другому назвать этих людей нельзя, разбомбили Мариупольский драматический театр, в котором находились мирные люди. Президент России, блядь, так долго искал фашистов на Украине, что ничего лучше не придумал, как нахуй захуячить целиком целый русскоязычный город Мариуполь. Я хочу обратиться к моим коллегам, к актерам, таким как Володя Машков, Дима Певцов, тем, кто поддерживает эту специальную операцию, которая во всем мире называется войной. Я не знаю, сколько вы будете жить и как. Я желаю вам, чтобы каждую ночь к вам приходили мертвые люди из Донецка, Луганска, Запорожья, Харькова, Херсона, стояли у вас перед глазами и говорили одно единственное слово «за что?». Я желаю вам в этот праздник, чтобы когда вы будете смотреть на своих детей, мы вспоминали тех детишек с Украины, которых доставали из-под завалов. С праздничком!